Так, давай рассказывай про новые приобретения. Кованая, да? Кованая, да. Это вот ребята крыльцо. Сами делают такую красотищу. Угу. Единственное, немножко еще не высохло масло, которым красили каким-то специальным маслом, поэтому оно высохло, но так прилипает, поэтому положили. А тебе на чем, на газели привезли, на багажнике, на крыше? Да, на газели, конечно, но я думаю, что оно достаточно тяжелое. Слушай, но это они прям так круто сделали, вот эти вот все цветочки, которые здесь есть, они что с этой стороны, что с той, симметричные. Да, ребята прям вообще молодцы. Ну вот прикольно, ковка. Такой же. Второе кузнечик. А тебе с какой стороны? Вот к этому, ко второму крыльцу? Вот да. Сюда? Да. Ну было так, а стало вот так. А ты другой? Найдите 10 различий. Слушай, а ты другой рисунок будешь заказывать или нет? Нет, я хочу одинаковый. Чтобы со всех сторон одинаково ну, было. Да, потому что оно уже выходит туда, на одну сторону. Ну, еще красота. Мне очень нравится вот виноград, как плетет с папиром. Дикий виноград. А он тебе в этом году что-нибудь ягодки давал какие-то, или он не цветет? А это же дикий виноград. Ну, он там... Там что-то, смотри, завязались. Ну, какие-то эти семена мелкие образуются. Ягодки. А? Мелкие. Да, вообще совсем малюсенькие. Ну это не грозди вроде, это какие-то семена прям. А он многолетний или на один раз? Нет, он многолетний, он сам себе растет. Ну так нормально, да. Красиво. Надо возле дома вот так. А он потом красота. Вообще наверх пойдет, там, до второго этажа, вот туда вот. Ну да, здесь все еще нужно доделать. У тебя потом как это... Как, помнишь, ты говорила... К ветеринару пришли, типа бабка-ёжка, там все такое. А это тебе так понравилось, когда у нее там вот эти вот завязочки, все зацвело там и так далее. Плющи вот эти пошли. У тебя также вот я вижу то, что у тебя прям уже стенка винограда образуется. Прикольно, да? Слушай, недалеко вот от того ветеринара. Да, тебе еще выращивать и выращивать виноград. Слушай, а он прям вот так вот это разрастается прям сильно. У него вроде там стебелек такой в самом низу небольшой, а он так это, как плющ. Вот он просто за камешки вот за эти цепляется. Там же ничего не натянуто. То есть вы его не подвешивали, чтобы он вон туда, ко второму этажу шел? Сам идет. Обалдеть. А я думал, подвешивали как-то специально. Не, ну, лестница огонь. Красота.